Добрый день всем любителям влажного бритья. Сегодня у нас возникла очередная необходимость побриться. Щетинка подросла. И сегодня у нас на обзоре будет следующий станочек. Станочком будет вот такой вот SE станок Single H ATT. Мы им уже брились. Но сегодня будут новые лезвия. Лезвия будут Кай, вот такие вот, Captain Titan Mild. Эти лезвия мне дали офигенный результат в таком же SE станочке Mongoose. Я им брился, получается, 2 дня назад. Вот это то, что выросло за 2 дня. И, ребят, честно сказать, я просто был в шоке. Настолько мягкое, комфортное бритье и чистое, что я даже после бритья так еще минуту стоял, втыкал, думал, наносить ли автошейф или нет. Вот, вот мы сегодня и проверим, но уже не в Мангусте, а в ТТ, действительно ли эти лезвия так хороши. Значит, дальше. Мыло. Мылом сегодня будет вот такой вот пробничек компании Wickham. Аромат называется Shamrock Tweed. Очень приятный такой цветочно-древесный аромат. Достаточно популярный у компании. И сегодня мы им воспользуемся. Мыло я уже умял вот в чаше кусочек. Нам на сегодня его хватит. Помазочком будет сегодня Зенит Синтетика, так как будем работать в чаше. Я думаю, что это будет лучший вариант сегодня. И автошейвом будет сегодня новинка на нашем канале. Вот такой вот автошейв. Это Polo Club Чемпион. Очень такой, по крайней мере, на первый занюх, будем так говорить, очень приятный парфюмированный аромат. Но давайте не будем откладывать дело в долгий ящик. Сейчас чуть-чуть водички добавлю туда, в нашу чашу. Помазок тоже еще чуть-чуть намочим. И начнем процесс пенообразования. Мыло у нас веганское, но с достаточно хорошими характеристиками рабочими. Очень оно мне нравится. До этого у нас было 2 мыла из серии Wickham на обзоре. Это Classic 24 и Magnum. Вот у классика вообще аромат бомбический, мне очень понравился. У Магнума может быть ароматическая составляющая чуть послабее, не такая бомбическая, но в плане рабочих свойств все пучком было, что у классика, что у Магнума. И посмотрим сегодня, что нам даст вот этот Green Irish Tweed. Вот. По поводу лезвия, ребят, вот до этого мы пробовали Pfizer Pro Guard в ATT и Мангусте. И когда я читал про эти станки, именно про SE, очень многие пишут, что это там близко к опаскам уже. Ну, по ощущениям на коже, да, где-то плюс-минус там что-то было похожее. Вот, сравнить с обычными Double H станками, конечно, тут сложно. Вот, и, ну, достаточно агрессивные, скорее всего, лезвия вот эти вот Pfizer. Как-то так, ну, да, действительно, думаю, вот, люди правы, там, пишут, что агрессия, то все, 5-10, но при этом достаточно хорошо бреют, чисто. И мне они уже тогда понравились.
То есть. А вот, конечно, то, что получил я в понедельник с Кайей, с мангустом, это вообще, я, если честно, был в шоке. Что достаточно такая большая щетина была. Вот, все выходные не брился там. И до этого тоже дня два. Вот, но на удивление прям. Так, сейчас еще чуть-чуть водички набахнем. Значит, я думаю, что вот такого количества пенки нам хватит вполне. То есть помазочек у нас загружен. Вот тут в чаше у нас есть. И я думаю, что этого будет вполне достаточно. Сейчас умываем лицо и начинаем бритье. Смочили лицо и наносим пену. Аромат становится чуть ярче, не теряет своей интенсивности, это точно. Видим, пена достаточно плотная. Вот что у нас получается с пеной. Так. Значит, станочек АТТ, Single Edge, лезвие Титан Кайи и ручка также бамбук из нержавеечки. Ну что, погнали? Отлично промывается. Идет так же классно, как и мангуст, только если с мангустом надо чуть-чуть поджимать, то тут за счет веса прям само идет. А так, в принципе, ребята, если представители компании Кайи нас смотрят, вещь, ребят, я готов.
пожизненный контракт подписать с компанией Кай. Вот, ребят, вот если бриться каждый день, то в принципе вот этого все будет достаточно. Можно умываться и выходить. Да. То есть вот это вот приблизительно, вот может быть за исключением вот тут вот, это будет аналогично бритью старта в три прохода, ну, с чем-нибудь, с каким-нибудь там астрой, что-то вот такое. То есть, вот тут вот вообще просто класс. Ну, вот тут вот один раз пройтись еще и все. И можно выходить. Бритье можно заканчивать. Но то, насколько информативно, и то настолько качественное получается бритье, ребят, ну это просто песня. Честно говорю, у меня появились... Не хотел я в этом сам себе признаваться, но что тут делать теперь, любимчики. Как это опасно. Сейчас же сразу... Рука потянется к компьютеру, начнешь цены мониторить. Рука может дрогнуть. Возьмешь и закажешь себе станочек, лезвие. Кстати, по поводу лезвия, ребят, значит... В упаковках их, по-моему, не соврать, по 20 штучек в основном, правильно? Стоит такое счастье порядка $20, плюс-минус. Где-то 17 бывает там, ну... Я сейчас замолчал. Знаете, такой звук стоит прям. Фу, как будто ты не станком идешь. Как будто у тебя в руках не станок, а знаете, какой-то... Не знаю. Аппарат по тебе работает. Вообще. И по поводу лезвия. Вот смотрите. Даже если $20 за 20 лезвий. Одно лезвие, получается, доллар стоит, ребят. $1. Это по нынешнему курсу. Округлим опять же в большую сторону. 70 рублей. Кто-то скажет, что пачка зеленой астры стоит дешевле, чем одно это лезвие. Ребят, сколько раз можно побриться зеленой астрой комфортно? Я... Два-три раза. Не больше. И то это в три прохода.
И удовольствие, мягко говоря, от зеленой астры. Вот это, ребят, уже называется страдание ерундовое, чем я сейчас занимаюсь. Такого этим не занимайтесь. Вот. Значит, получается, что одно лезвие такое съесть стоит как упаковка астры, да? Но так как качество этих лезвий, ребят, несравнимо выше, они толще и хватает намного дольше. Кто-то говорил, что я читал, что прились около 20 раз. Но я думаю, что это, конечно, преувеличение. Можно ими 20 раз побриться, но это лишнее. Но 10 раз, я думаю, что вполне хватит. Этих лезвий. И что мы получаем? 70 рублей делим на 10, 7 рублей за одно бритье. Я не знаю, у меня... Комментариев по этому поводу, ребят. Нет. Тут получается точно так же, как с обычными лезвиями кайи. То есть тоже они стоят подороже, чем обычные дабл лезвия двухсторонние, да? Но все. Какая нафиг лялечка? Здесь как будто только новорожденный вылез из утробы матери. Ребят, вообще такой кайф. Так, давайте смываем, умываемся и наносим автошип. Хорошо. Когда получаешь удовольствие от какого-то процесса, сейчас, ребят, неровно вроде было. Это кайф. Значит, вернемся к сравнению лезвий. Что там лезвие кайя стоит подороже, чем все остальные, чем даже физо. Тут у всех лезвий цена одинаковая. Там, что физера стоит по 20 долларов, что этот, что кайя. Поэтому говорить, что эти лезвия дороже. Ребят, ну, смех, просто смех. Берем наш автошейф, новинку, ни разу им не пользовался. Сейчас как забубеним. Не зря же мы взяли. М-м-м.
Весна, девчонки, держитесь. Классный. Такой прям. Спиртиком обдал у нас. Быстренько все впиталось. И такой цветочно сладковатый чуть-чуть, но не приторный. Аромат. О, пойдет у нас сегодня вот так. Не будем сегодня пользоваться парфюмом никаким. По стойкости интересно даже будет, но он не резкий. Он не резкий, и, возможно, я его уже перестану слышать часа через три. Так что, прям вообще, как хороший парфюм. Так. Все. Наша личика готова. И просто суперски. Так, ребят, давайте, значит, остановимся дальше на итогах. Значит, что можно сказать? АТТ СЕ, закрытая гребенка, лезвие Кай Кэптен Майлд, Титан. Ребят, вопрос цены вообще здесь не стоит. Для меня лично. То есть арифметику мы с вами уже посчитали. Получается, что 7 рублей лезвие. Ну, 7 рублей бритье, если 10 раз бриться одним лезвием. По-моему, это смешно. Дальше. То качество бритья, которое дает SE станок в сочетании с этими лезвиями. Тот комфорт. Ну, ребят, я вот сейчас пытаюсь сравнить это с какими-то двусторонними станками. Ну, сложно. Тот же дротик, который у меня был, он бреет, может быть, не хуже, но он все время требует держать себя как бы в тонусе. То есть чуть отвлекся, зазевался, получил. 41-е, вот если в связке с Кайи, может быть что-то похожее, но все равно за два прохода 41-й так не выбреешься. Все остальное, ребят, это три прохода все-таки для получения такого результата. И, ну, без такого кайфа. Тут я говорю, вот прям вообще супер. Что касаемо сравнения этих лезвий в разных станках, вот это и в Мангусе. Мангус из-за того, что он алюминиевый и был на титановой ручке, он полегче. И разница только в этом, что по весу станков. Тем, кому не нравятся вот тяжелые станки из нержавейки, все-таки АТТ из нержавейки, ручка из нержавейки, и он так увесист в вашей руке. Вы чувствуете, что вы взяли вещь. Мангуст легче. Мангустом прям он порхает по лицу, летает, будем так говорить. Сбривает все, что хочешь с этим лезвием. И от этого, конечно, может быть еще комфортней. Но тут уже чисто на личных вот ощущениях. Кому-то нравится потяжелее, кому-то полегче. Бреет одинаково комфортно, качественно. И вообще, ребят, восхитительно. Честно сказать, ну, не ожидал получить такой результат. То есть мои приоритеты в этих станочках понятны. К чему будем стремиться? Вот. И, в принципе, по лезвиям тоже.
Дальше у нас мыло. Мыло Викхем 1912 Шемрок Твит. Ребят, для любителей аромата цветочно-травянистого с вкраплением дерева очень-очень годный продукт. Скольжение хорошее. Под скольжение вы тоже видели, когда я станочком занимался ерундой. Осталось у нас помазок и еще мыло внизу. Пенка. Тут еще, в принципе, хватит также побриться. На два прохода точно. Веганское мыло, но отличный ТТХ, хороший результат. Приятный аромат. В загашничке это мыло есть уже. Aftershave, ребят. Нигде на просторах нашей большой страны я его не видел. Заказывал из Америки. Я думаю, что это, скорее всего, одноименная компания Polo, которая выпускает парфюм. Beverly Hills Polo Club Champion. Знаете, может быть и не Polo, потому что этот всадник, играющий в Polo, и там, но надо будет уточнить. Честно сказать, уточню. Вот. Но, ребят, Beverly Hills Club Polo Champion. Классный. Очень приятный, парфюмированный, классный ароматик. Хороший результат. Что мы сегодня получили? Получили мы сегодня отличное бритье. Попали везде. Лезвие со станком подтвердили мои ожидания. Лосьон приятно удивил. Мыло подтвердило свой высокий класс. Вся линейка Викхэм, которая у меня была. Поэтому, ребят, проходим по ссылочке под описанием нашей группы ВКонтакте. Shaving Sample. Пробники мыл, автошейвов. Все время появляется что-то новое. Стараемся и увеличивать ассортимент, и поддерживать плюс-минус по наличию всегда что-то. Также пишем комментарии. Важна обратная связь. Что-то понравилось, что-то не понравилось. Все пишем, обсуждаем, я отвечаю. Ставим лайки. Кому нравятся дизлайки. Всем хорошего дня. Всем комфортного бритья. Спасибо за внимание и до свидания.